Ну еще я бы хотел сказать пару слов об этой песне, которую мы хотим сыграть. Эта песня что-то такое очень интимное для меня, по отношению меня и Бога. Потому что эту песню написал в такое время, что, знаете, было такое тяжелое испытание. Ты разрываешься между своей новой жизнью и своей старой жизнью. И эта песня стала для меня какой-то такой молитвой, покаянием. Я хотел бы, чтобы эта песня добралась до сердца каждого, чтобы прочувствовали ее, чтобы Бог сказал вам то, что вы хотите, дал вам правильные ответы на все ваши вопросы. Прошу, Господи, дай этим людям возможность понимать Тебя каждый день все лучше и лучше, чувствовать Твое.